Доверие чуть не погубило Акс Кэпитал. Такое больше не должно повториться. Я хочу, чтобы весь мир узнал. Ему крышка. Пока Роудс занимает свой пост, я в опасности. Пора все изменить. Против прокуратуры округа возбудили расследование. Звучит серьезно. Не знаю, к чему ты там пришел в своей голове, но на практике ты лажаешь. Все понимают, что происходит. Мы не хотим стать частью очередного плана Чака. Вы прекрасно знаете Роудса и знаете, что ему пора в отставку. Нас так воспитывали, или мы, или нас. Я считаю, делай, что должен. Когда враг упал на колени, его надо прикончить. Не поддержите? Да, конечно. Вас ждут в суде. Это повестка? Сразу 127. Бум, яблочко. Ты должна вернуться в Акс Кэпитал. Я работаю на себя. Венди Роудс расстались. Ты должен уяснить, что все кончено. У человека перед расстрельной командой есть два выхода. Принять свою судьбу или побороться в последний раз. И хрена с два я что приму. Как он к тебе в голову влез? Роудс должен уйти. Это будет очень дорого. Повезло, что у меня до хрена денег. Это дело фальсификация грандиозных масштабов. Вы не любите, когда вам мешают побеждать. Мне позвонил генеральный прокурор из Вашингтона. Меня не уволить. Ты хорош. Никогда не сдавайся. Никогда не отступай перед врагом. Я умею выживать. И я готов пойти на что угодно, чтобы изменить свою судьбу. А теперь скажи. Ты готов? Миллиарды. Новый сезон. Смотрите в феврале на Lost Film TV.